Первой точкой, куда отправилась Надежда Преподобная, это Национальная библиотека Бурятии. Здесь встречают по всем традициям бурятской гостеприимности. Далее небольшая экскурсия и знакомство с возможностями библиотеки. Наиболее предметный интерес гости проявили к дореволюционной литературе, так как издания оригинальные, с ними нужен особый трепет. Она была найдена в Тарбагатайском схоне, то есть во время революции эти книги были убраны, спрятаны, и, к сожалению, очень плохо сохранились мыши, потеки и так далее. Это очевидно, что ее мыши. И вот такое нам дарили каждый листочек почистили. Помимо замминистра, в Бурятию прибыли десятки региональных министров культуры или их представители. Главная причина – это стратегическая сессия Домина культура, где обсуждаются в том числе реализация региональных отраслевых программ и обмен опытом. Наш регион удостоился похвалы. Большие молодцы, активные участники, открываются и модельные библиотеки, и дома культуры ремонтируем, и оснащаем музеи, театры, то есть здесь двигаемся вперед, много есть планов на будущее, конечно, нам предстоит завершить еще этот год, но здесь я думаю, что мы будем в сроках. В отрасли культуры в Бурятии сделано многое. В районах открываются библиотеки, активно вводятся пушкинские карты, дающие привилегии и прочее. Мы по всей республике открываем модельные библиотеки, и дизайн наших модельных библиотек Министерством культуры признан одним из лучших, и они тиражируются для других субъектов Российской Федерации. Ремонт сельских домов культуры, то, что в рамках нацпроекта мы делаем, тоже во всех районах республики, нет ни одного района, где бы мы не зацепили сельский дом культуры, где бы не провели такие ремонты и создали такие точки общения, точки развития вообще для местных жителей. В рамках мероприятия участники ознакомятся с уникальной культурой Бурятии, смогут что-то перенять или научить. Из 89 регионов необъятной к нам в республику не смогли приехать представители только 5. Масштаб мероприятия приличный. Баир Цыдыпов, Сергей Петров. Новости дня.